Всем здравствуйте! Здравствуйте! Мы начинаем наш мастер-класс по приготовлению полезного торта, полезной сладости. Давайте все познакомимся. Меня зовут Татьяна Анатольевна. Начнем со старших. Меня зовут Тая. Меня зовут Маша. Маша. Элина. Сара. Сара, очень приятно. Тебя? Ксюша. Настя. Настя. И? Элина. Элина, вы когда-нибудь готовили что-нибудь? Нет. Нет? Мамам помогаете? Да. Отлично. Прежде чем начать готовить, в чем мы сегодня будем не гимнастками, а гимнастками-поварятами. Да? И что нужно для того, чтобы настоящий повар готовил? В чем он должен готовить? Ну, громче говори. Фартуки, а еще варианты? В чем повар готовит? В шапке. Не в шапке, а в такой колпаке повара, да? Ну, наверное, нам этих атрибутов не хватает? Да? Все, давайте мы каждому подарим подарок. Наконец-то мы готовы, все повары готовы, и мы начнем. Еще дальше, прежде чем начать, что нужно сделать? Самое главное перед едой, что мы делаем? Моем руки. Пойдемте мыть руки. Из чего приготовлен корж, который мы сейчас будем пропитывать? Он у нас приготовлен из рисовой муки, это больше для родителей, почему у нас торт полезный. Сюда не добавляются никакие сахара, только подсластители. Рисовая мука, кукурузный крахмал, подсластитель, ну и обычные яйца. Поэтому это у нас будет очень все полезно и не вредно. Значит, берем с вами корж. По поводу белкового крема. Если мы берем обычный торт, который мы даже можем здесь купить, в кондитерской, он у нас будет примерно 300 килокалорий на 100 грамм. Этот торт, который мы сегодня готовим с белковым кремом, он и со сливочным, он у нас выходит порядка 80 килокалорий на 100 грамм, то есть в раза 3 меньше, чем обычный. Значит, есть его можно в 3 раза больше. Нет, просто съедая один кусочек, мы уменьшаем себе колораж. Ну, в общем, берем. Давайте первый будем слой намазывать белковым кремом. Потом у нас будет второй слой, второй творожным. Значит, мы прямо берем руками крем и смазываем себе свой корж, который потом будете есть. Ингредиентом для коржа мы берем рисовую муку, яйца, кукурузный крахмал. Все это смешиваем. В описании к нашему видео мы напишем точные пропорции, чего сколько смешать. По крему сначала мы смазываем первый корж белковым кремом. Вот мы его смазываем, берем. Белковый крем у нас белки от яиц и тростниковый сахар. Все это мы взбиваем до массы нашего крема. Дальше мы смазываем первый корж белковым кремом. И, наверное, мы будем тут же сюда добавлять ягодки бруснички. Чуть-чуть. Каждый из вас берет ягодки и чуть-чуть его посыпает. Ягодками смазали? Ты все-таки уже попробовала? Как тебе? Вкусный крем? Ты тоже попробовала? Кто еще попробовал? Все, давайте следующий корж, да. Так, а давай подожди, Настя, а положим корж друг на друга одинаково. Смотри, доставай, бери его в ручки. Нет, подождите, вы смотрите и точно так же кладите. Вот так. Вот так, да? Его прижимаем. Чувствуешь?
чуть-чуть вот так вот. Вот. Теперь вот чуть-чуть примнем. И дальше берем сливочный крем. Сливочный крем — это вот этот второй, аккуратненько. Берем также его много. Он у нас по консистенции чуть больше и жирнее. Если у нас в белковом креме жира 3,8%, то в сливочном, вот в этом, он у нас с добавлением творога, у него на 1% жира больше. Но это все равно в любом случае меньше, нежели крема более другие. И его, да, нужно сильнее разминать, прямо сильнее руками, и размазывать. Чем будем дальше украшать? Бананами или... бананами. Бананами. По несколько долек бананов себе берем и раскладываем красиво. Верхний слой нужно как можно больше пропитать кремом. Каким кремом? Давайте каждый решит сам. Кому какой больше понравился? Кому белковый? Подождите. Вот этот сверху. Молодец, Ксюша. Давай его положим немножко по-другому. Вот так. Белковый легче, да? Ну, давайте, кому какой понравился. Берете прям низко, смело рукой прям залазь и бери. Я вот такой. Бери, сама смазывай. После такого вкусного и полезного торта никому не верьте, что сладости вредные. Из любой... Во блюдо можно сделать как вредное, так и полезное. Поэтому как в следующий раз захочется вам чего-нибудь сладкого, вы сразу сами начинаете печь вот такую полезную вкуснятину. Договорились? Сегодня у нас впервые проходит мастер-класс, поэтому хотелось бы знать и от родителей, и от зрителей нашего YouTube-канала, какое бы следующее блюдо вы бы хотели приготовить. Сегодня мы взяли самое любимое блюдо гимнасток, это торт, сладость, которую все очень любят и когда-то себя в любом случае ограничивали. Так вот, чтобы наши гимнастки не ограничивали себя, мы придумали такой полезный торт и полезную сладость, чтобы когда очень сильно хочется, то можно. Сегодня на мастер-классе мы готовили тортик с бананом, брусникой, мандаринами и кремом. Мне очень сильно понравилось. Торт получился очень вкусным. Дома будешь такое готовить? Да, буду. Хотелось бы обязательно взрослый мастер-класс по изготовлению десерта, потому что детки приготовили, детки съели, а нам ничего не досталось. А мы бы хотели бы сами попробовать что-нибудь приготовить собственными руками. Хочу поблагодарить организаторов за такой прекрасный день воскресный, за приятную атмосферу, что все было очень хорошо организовано, очень вкусно, детям очень понравилось. Все счастливы. Ну все, наконец-то мы завершили приготовление нашего вкусного, полезного торта. Нам очень сильно хочется уже кушать, все попробовать, облизать пальчики и начать наконец-то есть. Поэтому мы побежали. А вы подписывайтесь на наш канал, ставьте колокольчик, чтобы не пропустить наше обновление, ставьте палец вверх, что вам нравится. И обязательно пишите в комментарии, какое следующее блюдо вы бы хотели, чтобы мы приготовили вместе с вами.